Приветствую всех, с вами Дис, и вы попали на 52-ю серию моего летсплея с модами, RPG-шными модами. Сегодня я один и буду изучать Portable Hall, как минимум, и Stormcraft'а. Ну что-то у меня пока лаги, мне придется перезагрузиться. Что-то плохо все. Надеюсь, лагов сейчас не будет. Эй. По-моему, все равно лаги, подлагивают. Это бесит. Почему? Тупо просаживается FPS при записи. Не знаю, блин. Вчера даже такого не было. Ладно. Будем работать по прошлой программе. Также я буду изучать за кадром, показывать вам уже готовый результат. Брать. В этом случае делать. Пробовать. Ну и изучать дальше. Итак, это готово. И теперь мы можем его сделать. Portable Hall. Оно выглядит вот так. Вы преуспели в создании Portable Hall. Просто разместите... размещение этой странной полоски ткани на твердой поверхности открывает пространственный проход, ведущий к другой стороне. Ага. Блин. В общем, вид испортит. Ну ладно. Не могут быть созданы через определенные виды материи и особо сложные объекты. Хорошо. 16 перемутатио, 24 вакуус, 24 алиенис. Тут хватит ли у меня? 24. О, как раз. 24 ровно есть. Мне нужно сейчас поставить... Черт, нету. Нужно еще один рамчик Эндера выбить. А на дворе утро. На самом деле ночь. Вот только дождь. Вроде норм. Ищем эндерменов, убиваем. И вы сами знаете, что будет, когда я его убью. Я приду на базу и выставлю жемчужины эндермена в центр, чтобы скрафтить Portable Hall. Я вот еще что думаю, может мне преждевременно начать третий сезон, а потом просто с Димоном походить, поубивать боссов, как-нибудь уже после начала там третьего сезона, после первой и второй серии. Просто мне вообще не втерпёшь начать третий сезон, хочу там индастриал, может кто-то другой хочет индастриал, и я, наверное, даже голосование в группе устрою, что вы больше хотите, продолжение второго сезона или начало третьего. О, эндермены. Как раз выбили, ух ты. Целых 5 жемчужин. Это хорошо. И вот, так что пишите и в комментарии на YouTube, и голосуйте ВКонтакте в голосовании, так что заходите в группу ВКонтакте. Ну, я это еще и скажу в конце серии. Вот, и голосуйте. Голосуйте там. 5-6. Это мы бросаем вот сюда. Блин, ну ладно, сейчас, наверное, это будет работать все-таки. Я надеюсь. А то я же люблю просто так зря бросать. Enchanted Fabric на Arcane Worktable можно, это точно помню, вот поэтому шерсть. Нужно нам 4 штуки, 4 шерсти и 16 нитей. Значит, 32 нити, 32. Сейчас мы сделаем из половины 4 шерсти, потом эту шерсть используем при крафте Arcane. Забыл, что это сюда, зачарованная ткань, да, Arcane, ну ладно, Arcane Fabric вроде. Или, а, не, Enchanted Fabric. Ладно. Так, это у нас есть, отлично. 24 вакууса, 16 перемутатио. Перемутатио для нас совершенно не проблема. Нужно всего 6 яиц. И с этим дело покончено. Так. Это мы сюда бросаем. Отлично. Теперь нужно 24 вакууса. Они делаются из сундуков. Также есть вот здесь. Но этого мало здесь. Вот класс фиал. Поэтому я, пожалуй... остановлюсь на сундуках. Сделаю именно их. Но для этого мне нужно еще дерево. А дерево еще и добыть надо. А чтобы его добыть быстро, нужен еще и топор. А топор есть ли у нас? Да. Последний топор я... А нет, все-таки есть топор. А так, предпоследний, значит, топор я все-таки просадил на... исследование. Это было печально. О, эндерменчик. Еще ты. Отлично. Так. Буду рубить деревья. Собирать их и делать сундуки. Например, как сейчас. Так, здесь у нас 4 вакууса. А нужно, я уже забыл, по-моему, 24. Да. 24, поэтому делаем ровно 6 сундуков. Которые теперь мы должны бросить именно вот сюда. Перед этим мы должны, правда, с помощью палочки освободить эти... ботлы?
Фак, извини, голем. Извини. Ой, сколько там у нас было, у нас заполнено, оказывается, было. Итало, голем, воркер. Мы сюда. Потом красным делаем его. Я уже забыл все. Так, голем, ко мне. Вот, так, ведро тебе. И красный. Грей, лайт грей, циан, пепл, блю, браун, грин, ред. Вот, столько цветов, прям вообще все не назовешь. Делаем черная дыра. Черная дыра, нифига прям так. Portable hole звучит лучше. На самом деле. Ну ладно. И смотрите, что она теперь может нам сотворить. Хоп. О боже. Вот такая вот дырка в пространстве. Представляете? Все, она теперь закрылась. Можем, например, попасть быстро куда? Сюда. Ой, нифига ты там прорыла дырочка. Лаги даже вызвала. В пещеру прям. Эй! Не! Я хочу обратно. Пустите меня. Пустите. Надеюсь, ты не закроешься прямо во мне. А, нет! 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 Вот ведь. Проказник. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Не надо. Прошу, пощади. Не убей. Так уж. Да уж. Вот тебе и черная дыра. Странная вещь. Да. Но, как видите, довольно прикольно все-таки с ней так возиться. Stones have now charged. То есть она должна перезаряжаться еще. Мы вылетим отсюда. Так. Весело. Нравится мне эта штука, я буду носить ее всегда с собой. Пригодится. В хозяйственных делах. Правда, сезон-то заканчивается. Я же хочу все рассказать вам о Таумкрафте. Кстати, и вот. Об одном интересном предмете я вам все-таки не рассказал. Google Soft Reviving. Офигенная штука. И мы сейчас ее тоже сделаем. Томометр. 8 золотых слитков. 2 водных кристалла. Золотые слитки должны быть у нас. По крайней мере, водные кристаллы тоже есть. Так вот. 8 золотых слитков. Я хочу сделать эту штуку, чтобы показать вам красоту Таумкрафта, как минимум. Так, и сейчас нужна еще палочка. Вот. Два таумометра у нас есть. И мы должны положить их вот сюда. Так, а тут можно забрать еще в глаз фиалы. В глаз. Ха, в глаз тебе дам. Это переотнесу, ладно. Всякие ненужные аспекты, которые сейчас можно у нас уже добавить к существующим. Не, черт, я хотел добавить к существующим, не выходит, жаль. А просто хранить я их не люблю, так что вот, пока оставим, выкинем их. Черная дыра. Я хочу ее еще раз испробовать. Хоп, дырка. Хоп, вылез из дома. Сейчас закроется так. Голем так у нас еще забрал. Хоп, открылась из... Эй. Ну нифига ты. Хм. Вот умный. Взял. Он такой дальновидный. Еще и дверь открыл, как я и говорил. Ничего себе. Вот ведь. Хм. Весело. А ты че? Ты че, не будешь закрываться? Я так понимаю. Нет? Закрылась. Хорошо. Я уже забыл рецепт, так что нужно посмотреть. Это у меня, не беспокойтесь. 8 кожи, 2 золотых слитка еще. Это не проблема. 8 же кожи. Нет, 4. Я уж подумал, что мы 2 очка делаем. Жаль. Ночью снимаю, извините. Бред несу. Вообще, как-то все странно. Очень. И сейчас мне нужно взять кожу. Неужели у нас нет кожи? Это плохо. Ладно. Значит, пока золотые слитки вставим. Еще. Кожа будет прямо сейчас. Мы просто убьем коров, которые у нас водятся. В этом... Нифига их как мало осталось уже. Да. Зато у нас уже полно. Надеюсь, пшеницы. Да. Много пшеницы делали. Молодцы големы. Вот, видите, ничего не делал я. Сделали за меня все големы. И кожи не хватило. Вот ведь...
А я ведь даже не посмотрел, сколько кожи взял. Да уж. Поэтому берем две пшеницы сейчас, чтобы размножить оставшуюся пару. И убиваем эту. Не пару, а одну корову. После этого мы должны положить кожу вот сюда, добавить 8 магии. А значит, здесь вот нужно забрать 8 декоративного песчаника. Выкинуть сюда. Кстати, первый раз снимаю довольно-таки поздно. Так что, и, наверное, еще из-за этого все так плохо. 8 зрения и 8 при контатио. Эй! Я отрубаю скайп. Пошли в жопу. В скайп добавлялись Серега и Макс. Ну, я не выключил скайп, я сделал не беспокоить. Так, а сейчас нам нужны... Что нам нужно? Нам нужно... Я склерозник, склерозник, супер вообще. Склерозник. Глоустоун нам нужен, конечно. 8 глоустоуна для того, чтобы вставить визум. Зрение, аспект. И еще нужно 8 мутации. Или что это такое? Для этого мы обратимся, пожалуй... Во, к сгустку слизи. 4 штуки. Сейчас мы выбросим. И будет все нормально. Так, Google Soft Revealing. Смотрите, что сейчас будет. Сейчас я посмотрю на мир иными глазами. Флюкс у нас большой. Флюкс — это плохо, да. Аура у нас 105 и 112. И вот Known. Во, вот здесь флюкса нету, представляете? А вот здесь у нас спавнится. Как раз таки. Нифига, видите, да? Вот все сюда сбирается. Виспы. Почему альта? Full set, а love slide. Хм. Ну окей. Вот, здесь тоже большой. Здесь вот много больших. Вот минимальный, вот здесь вот тоже хорошо. Хм, прикольно. Не от света могу летать, а получаю урон при падении. И вот эти шарики как раз показывают, куда скапливается энергия. И видите, прям так все красиво. Прям все великолепно сделали. Это радует. Да. И это помогает как раз для... Для того, где нужно... Ну, для того... Тут вообще нет флюс, видите? Флакса. Для того, чтобы мы понимали, где нужно зажать деревья. Сильвер Вутрис. Чтобы уменьшать флюкс. И вот, в общем, видите, да? Мы ухудшили флюкс, но дома, правда, у нас его нет. А, нет, вот здесь вот есть. Ну да, это понятно. И... А, я думал, как делать так, чтобы... А, я вот всегда задавался вопросом, почему я не могу видеть аспекты. Теперь могу. Да. Хм. Я всегда задавался вопросом, почему, да, я смотрю в котел и не вижу аспекты. На самом деле, это очки позволяют. Весело. И хорошо. И пока я буду ходить именно в них. Ну и начну изучать следующее исследование. Поставив книжку. И ничего этим не добившись. Вставив дуб. Тоже ничего. Булыжник нам помог. И мы... Кликаю громко. Кликаю, вы это слышите? Что-то никак, да? Вообще не пруха, не пруха. Булыжник, давай. Давай, действуй. Фух. Почти стак. Истратили. И что-то страшное, страшное нас ожидает в этом исследовании. Я так думаю. И мне это не нравится. Я хочу ставить все-таки книжку. Нет. Да. Хм. Видимо, мне придется поставить паузу. Поставить паузу преждевременно. Серия бред. Итак, мы с помощью Wand of Excavation и Pickaxe of the Core обнаружили такую фигню, что можем рубить ими землю. Хм. И мы изобрели... А, блин, я мод уже не доделал. Черт. Да, в общем, сейчас мод еще доделаю. И мы изобрели арканный бур, который может рубить, копать, майнить. А. В общем, как бур из Industrial Craft, или Mining Well из Build Craft, только здесь. И он совсем другой. Требует ничего. Наверное.
Я намереваюсь скрафтить эту штуку, вообще-то. Поэтому сделал много лодок. И что останется? Истрачу на создание. Но, видимо, у меня сейчас истратятся все лодки. Да, даже больше. И все дерево, которое я добыл. Неужели я сделал Аркейн Пор? Кстати, он самый последний из видимых нами изучений, так что не зря мы его так долго изучали. В смысле, я. Вот. Не хочу я черную дыру тратить свое. Не дам. Нет. Не дам. Давайте просто прочитаем. Делать без вашего постоянного наблюдения вопрос, необходимо выразить бур на специально построенной основе. Направить нужное направление, волшебным жезлом примить сигнал редстауна. Да уж. База магического бура. Да. Волшебный бур, который копает все за нас. Требующий кирку, на который можно накладывать зачарование, который также будет работать в буре. Этот жезл, который тоже будет там стоять, будет тратить прочность, как и кирка. И ничего интересного это за собой не влечет. И надеюсь, мы найдем еще хоть одно исследование, которое сможем изучить прямо сейчас. И я лягу спать. Ну, перед этим, конечно, отрендерив это видео. Может быть, что-то где-то смонтировав, убрав. Конечно, поставив музыку. Музыка самый долгий процесс. Кстати, возможно... А, свор зефира. Кстати, это отсылка к моду Изер. О, только сейчас заметил я. Возможно, язык у меня сегодня такой из-за того, что... Я снимал обзор, последний выпуск снапшотов, вот перед тем, как начать серию. И мой красный, наверное, язык сейчас в косичку заплетен. Потому что там... Я пытался говорить очень быстро, и это не так уж легко, я вам скажу. О, смотрите, тут у нас есть свет и зрение. А, из-за аугита ничего нет. Ха. Так. Сворд зефира. Видимо, нам нужно оружие, это понятно. И я к вам вернусь. Прямо сейчас. Все же не зря лодки делал. Как раз они сейчас понадобились при исследовании свордов зефир. Мы его исследуем, и я оканчиваю эту серию. Вы знаете, что делать с Вордов Зефир, просто. Мы можем чуть-чуть летать, когда зажимаем правую кнопку мыши, например. А, мы падаем, 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 хоп, и так парим. А также вроде бы врагов можно подкидывать, но не знаю как, давайте все-таки прочитаем. Хорошо. Вот. Еще больше радиус поражения. Вот, блокировка. Отодвигая врагов, построение объекта, отклоняя прибывающие снаряды. Ваша скорость падения до мягкого планирования. Вот. Серия получилась дурацкой. Так что извините меня за это, но пропускать ничего я не должен. Так что придется выложить. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. О, осталось серии 3, наверное. Потом я хочу индастриал. Ну еще пишите там в комментах, хотите ли вы индастриал своевременно, преждевременно начать прямо. Вот. Ну, завтра хоть. А также голосуйте ВКонтакте. Я оставлю ссылку в описании. Всем пока.